Зимний белый гриб вырос в Арзамасском районе. Гриб гигантский, высотой под 3 метра. Подробнее Александр Алешин. Свой гигантский снежный гриб Александр Алексеевич Шеметов делал в течение недели. Собрал весь снег со своего двора и у соседей. В общем, задумка еще была. В этом году в нашем лесу белых грибов было очень много. Все по 2-3 ведра носили. И вот задумка само собой пришла. Никольская у нас славится белыми грибами. Не только летом, но и зимой. У меня подручные средства, все на городе растет. Нос, вот, например, оригинальный получился, из кабачка. Все. Глаза подсолнухи. Семечки, конечно, печушки все выклюли. Оставили все. Это наш, на самом деле, экспонат. Этот, всенародный, да? Ну, наш всесельский. У него здесь не помощник никого. Он всегда все делает сам. У него руки золотые, да. Из того места растут. Он очень активный, как бы сказать, спортивный. Вот, как бы сказать... Не пьющий обязательно. Всех организовывает на коньки, на лыжи. Мы даже лыжи купили, кстати. Он в мороз, в любую погоду. Но он спортсмен, ему это легко дается. Он бегает вокруг села, до коваксы бегает, на лыжах на работу ходит. Везде с собаками на ход ходит. В общем, он морозостойкий у нас, сам по себе спортсмен. Он очень любит детей, он очень любит праздники, он очень любит семью. И поэтому он хочет, чтобы кругом была сказка, чтобы людям было всем весело, чтобы было радостно, чтобы праздник был радостно и удивительно встречать. Люблю я эту фигню, вот что строить. Что хочешь, вот люблю строить. Мне это вот, как говорится, хлеб не корми, а дай что-то поделать. А мы лентяи, вот, а он натруженик. И на все фигуры я как бы, ну, фотографируюсь, на них встаю и доказываю, что они очень прочные. Как много. И не то, гриб дом построил вот сзади, это я сам тоже, все сам, един гвоздя. Александр Алексеевич никак не может успокоиться и на Масленицу готовит сюрпризы, изготавливает 8-метровые чучела. Александр Алешин, Денис Новиков, сеть НН.